Жили себе поживали два влюбленных шарика. Бабочки цвели, но что? Что? Куда? Куда пропала его возлюбленная, ребята? Это какая-то огромная яма в земле. А ну-ка запрыгнем и проверим, кто ее украл. Вы меня разозлили. Крутой футбольный мячик сейчас вам покажет. Так. Вот так вот нужно от вас убегать. Вы даже там не успели меня достать бы никак, ни капельки. Давай, тележка. Круто, вот это мощное. Ай-яй-яй, не догонишь ты меня. Прыгаем с меня глазом. А то что за погребный страшилище тут забыл? Я даже не испуган, честно говоря. Ладно, я пошутил. Какой он большой. Всем привет, меня зовут Спуди Дудиду, и мы с футбольным шариком убегаем от этих колючек. Мы были на самом волоске, ребята, на самом волоске от того, чтобы нас лопали. Быстрее убегаем от него, быстрее. А то сейчас еще прилетит отсюда. Нет, это там его? Эй. Нет, вроде бы не падает. Так, ребятки, это новая часть красного шарика, называется «Подземные ходы». И если ты, дружище, хочешь попасть, так куда ты наберешь? Давайте тут я вам расскажу. Если хочешь попасть, дружище, в следующий ролик, то тогда тебе нужно сделать всего лишь три маленьких условия. Нажать пальчик вверх одной кнопочкой, нажать на кнопочку «Подписаться» всего лишь и написать добрый комментарий со знаком «плюсик». И тогда я проверю это все дело. Если вы действительно все сделали, то попадете в следующее видео и приветик тоже я вам передам. Так, смотрите, вдвоем тут меня поджидают. Все, нет никого тут, повзрывались злодеи. Ой, мы, кстати, почти запрыгнули. Нет, ну первый раз было поубедительней, ладно. А ну-ка. Запрыгнули. Так, вверху там нет ничего? Вроде бы нет. Так, мне нужно сейчас в какую сторону? Тихо. Ой, мы почти лопнули. Так. Все. Взорвался этот злодей. Ой, как тут аккуратненько надо было. Тихо. Никого тут нет? Нету? Вроде бы нету. Есть. Еще и как есть. Злодеи тут эти. Так, ребята, синий ключ брать не надо, потому что откроется эта дверь, и мы упадем на шипы. Хотя... Вот тут-то и можно было его взять. Привет. Привет. Эй, заметил, конечно, такого красавца шарика футбольного. Думаешь, трудно заметить? Чё и как не трудно. Его видно невооруженным глазом. А то что за погребный страшилище тут забыл? Ой, чё-то на шипы не упали. Что бы было, если бы мы еще и на шипы свалились? Так, тихо, тут никого. Нет, есть кто-то, есть, сидит. Привет. Ой, я прямо ожидал это, ребята, ожидал. С первого раза, конечно, мало что получается. Фух, ну, иногда все-таки, конечно, получается. Ек, отлично, слушайте, очень даже хорошо. Берем ключик. Что, вниз, что ли, сваливаться? Ай! Тихо. А, так тут все. Вот этот проход, нет! Фух. Так, что у нас тут? Шипы? Почему шипы эти меня лопнули-то? Вот эта тачка, смотрите, какая точила тут стоит. На ней что, можно всех их задавить? Так, мы ее затолкнули, но какой ценой? Того, что лопнули? Нехорошо. А если еще вот так сделаем? А, получилось. Поехали за ней. Так, бам, вот как мы его лопнули. Что? Как он мог по мне попасть? А эту тележку мне можно наверх, пожалуйста? Нет, она настолько тяжелая, что мы навряд ли ее оторвем от земли. Фух. Ай-яй-яй! Ты что, нас колю? Ой, смотрите, колючки как летят. Еще бы сейчас зарядил бы по нам, и что было бы? Нет. Хватит падать тебе, а, дружище. Оп. Отлично, хотел я сказать, но мы лопнуть успели. Эх. Как это происходит, без понятия. Ку-ку.
Знает, что мы тут сидим. Так, отстань. Отстань, я тебе говорю. Тихо. Забирали мы тут все. Ну что, прыгаем. Это вас что, вы тут что делаете? У вас что, собрание злодеев тут, а? Быстрее, почему так медленно? Фу, ну точно, что собрание злодеев какое. Так. Бимс. Тихо, тихо. Оп, быстренько, быстренько. А ты кто такой? Ты что гонишься тут за мной? Отстань. Отстань от меня. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Прыгиваем, запрыгиваем. Сюда теперь. За ключиком. Все. Ой, как хорошо-то получилось. Теперь куда мне надо? Теперь на эту сторону. Вот, отлично, слушайте. Просто замечательно. Так. Их, конечно, тут достаточно много, но мы должны как-то протянуть. Слушайте, ты чё, ключ... Ой, он ключ охранял! Нет! Фух. Он охранял ключ тут. Какой тут суровый страж, ребята. Прямо следил за ним, бдил. Но ну, мы его все равно забрали. Так, ну чё, прыгаем! У-ху! Вау, где это мы оказались? На такой огромной глубине, в 72 метра. Ребята, давайте мы туда остановимся, пускай нас футбольный мячик немного подкачается воздушком, чтобы потом прыгать очень высоко. Да ладно, я шучу, на самом деле нам нужно реально немного передохнуть. Но вы, ребятки, не расстраивайтесь, если вы хотите посмотреть продолжение, то смело нажимайте на мой канал, и оно там будет сразу же после этой серии, сразу же следующая серия, ребятки. Вам осталось только перейти на следующее видео. Ну что ж, с вами был Споди Дудиду, и всем пока! Тебе конец, красный шарик! Нет! Ты не знаешь, кто я, но я великий колдун. Я пришел с ними поработить твой мир. И у меня есть мысль сделать из квадратов треугольников, но необычных, а заколдованных. Теперь тебе конец, красный шарик.